Стой. Перед тем, как мы начнем этот выпуск, я тебя попрошу поставить авансом лайк, подписаться на канал, если вдруг не подписан, а я тебе за это море позитива. Погнали! Всем здорово, меня зовут Хаун, мы продолжаем проходить игрушку под названием The Rocky, или без The, просто Rocky. Ну короче, игра про Rocky, игра про Танюху, вот это вот она бегает, и про Алексея, его мы скорее всего увидим позже. Игра про то, как Алексея поймала какая-то женщина злая, и пытается из него высосать всю детскую душу, и отдать своему монстрику, который так и называется Rocky. Не поверишь, Rocky это название монстрика. Мама, простите, пожалуйста. Как с тобой поговорить? В смысле? А поговорить? У меня тогда куча вопросов. А как мне играть в игру, если со мной никто не хочет разговаривать? Вот это хочется поговорить хочется. Что с тобой случилось, дитя? Мы видим воду. Да, я встретил Анюку. Тебе удалось сбежать от нее? Это очень хорошо. С такими существами лучше не связываться. Мне придется к ней вернуться. У нее есть то, что мне нужно. Вы знаете, как ее победить? Никак. Ты можешь попасть к ней в плен. Или освободить ее. Другого пути нет. В плену у нее я уже побывала. Тогда ты должна выяснить ее настоящее имя. И назвать это имя очень четко. Вплоть до буквы. Буквы. Ошибешься, и она станет лишь сильнее. А вы знаете, как ее зовут? Нет. Нёка отличается от своего брата. Фасигрим сказал, что это его сестра. Да, но она жила на земле, прежде чем вода забрала ее. Опа, и что это за подсказка? Похоже, Нёка, это душа утонувшей когда-то девочки. Может, я смогу выяснить, как ее звали? Каким образом? Как я смогу выяснить? Только, наверное, с помощью своих друзей? Значит, как, конечно, так можно назвать, друзьями. Только через друзей. А каких друзей? Можно поговорить с Хильдой. Мама меня сейчас сожрет, скорее всего. Правильно? Я же правильно думаю, да? А, она спит вообще. Ну и хрен с ней. Окей, пойдем тогда поговорим с кем-то другим. Нужно бегать в этой игре, как я понял, и разговаривать. Ну потому что иных способов узнать имя девочки, которая здесь утонула, я не вижу. Вот ты знаешь какой-то способ, не проходя эту игру? Вот я спрашиваю конкретно тех, кто не проходил. Вы знаете этот способ узнать имя девки, которая утонула? Только спрашивать местных жителей, которые были, возможно, с ней знакомы. Подожди. Я знаю, у кого спросить. Помнишь, на болотах была хрень. Жаба. Жаба, возможно, она подскажет мне. Но чисто в теории, получается так. Давай я тебе сейчас промотаю тогда, чтобы тебе не тянуть время. А может быть, поможет книга мне? Имена всех прихожан. Всех детей. You know? Имена всех детей. В теории я могу просто наугад перечислять все имена. Могу в теории перечислять. Давай попробуем книжкой ударить по тому дереву. Но вдруг дерево что-то вспомнит, что-то узнает. Ну-ка. На. Нет. Так оно только испортится. Ладно, тогда я возвращаюсь и пойду скажу к жабе. Все-таки скажу к жабе, я хочу к ней сходить. Мне почему-то кажется, именно жаба должна справиться и мне как-то помочь, хоть какую-то подсказку дать, информацию. Потому что жаба это плюс-минус какая-никакая, но царица воды. Царица своего болота. И она должна по воде передавать какие-то волны, связи и так далее. Жаба! Привет, жаба! Ква! Ква-ква-ква-ква-ква! Ква-ква-ква! Жаба-ква-ква! На! Не понял. А так? Ну и до свидания. Жаба мне не помощник. Жаба мне не товарищ. Ладно. Давай сходим, пока я здесь, до Томте. Может быть, местный гномик здесь, гном-гномыч, мне хоть как-то поможет. Гном-гномыч? Спускайся. Давай. Вниз. Гном-гномыч? Здорово. Спасибо, что помог мне, малыш. Томте! Можешь прочитать? А, ну ясно. Ясно, хорошо. Встаем тогда еще раз на паузу, потому что дорога будет долгая, минуту-две. Ну, я, конечно, рискнул.
как там назвать ее имя. Не хочу испортить книгу. Ты не испортишь книгу, Танюха. Танюха, прикинь, ты книгу не испортишь. Не испортишь книгу, Танюха. Тоня, ты книгу не испортишь. Я ничего не вижу такого. Я просто нажимаю на F. Хочу эти посмотреть всякие медальончики там, кулончики, мусор. У меня же Тува такая девчонка смелая. Она любит, сука, коллекционирует дерьмо, которое никто никогда не коллекционирует. Моё Танюха коллекционирует с радостью. Давай сходим сюда. Сразу погибнем от кота, потому что я у него в свое время спёр мясо. Вот такой вот кусок здоровый, как моя башка. Просто огромнейший кусок мяса спёр, прикинь. Я бы не просил такого. Здорово, мистер кот. Мистер кот, подскажешь? Конечно. 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 Конечно, ты мне никогда не подскажешь. Не, ты дальше будешь любоваться своей черной шкурой. Тебе насрать, хорошо? У меня осталась в помощницах только девочка... Ну как девочка? Бабушка Хюльда. Бабушка Хюльда у меня осталась в помощницах. У меня больше... Мне больше некому обратиться. Некому поплакаться. Я не знаю, что мне делать. Как мне узнать чьё-то имя? Можно, конечно же, сходить до Фисигрима, или Фусигрима, или Пуфендуя. Как он там хрен его знает? На! На, не подскажешь, ну конечно. Привет, привет, малышка. Привет, Рахюльда. Конечно. Ну, пошли тогда за третьей. За третьей теорией это спросить у осьминога, собственно говоря. Я почему-то вспомнил, то что мне с этой бестолочью нечем разговаривать. Потому что нужно этому принести какую-то хрень одну. Используй ее с умом и найдешь, что ищешь. Надеюсь, ты прав. Спасибо, Фусигрим. Теперь в твоей флейте заключен... мне насрать на флейту? Расскажи мне... Тогда принеси мне угощение. Эти безделушки мне не нужны. Похоже, это мне лучше оставить себе. Подожди, еще раз, я что-то прочитал. Хочешь задобрить меня, девочка? Тогда принеси мне угощение. Угощение, значит, да? А где я в этой игре? Найду тебе угощение. Конечно, возможно, в теории в баночку что-то насыпать, но это только в теории. По факту хрен знает, что получится. У меня нет идей. Мне стоит только бегать и пытаться что-то здесь найти. Какую-то подсказку. Какую-то little подсказку. Прикинь? Прикинь? Ты прикинь? Нет, подожди. Смотри. Она говорит фразу, когда ты наводишь книжкой на могилку. Она говорит какую-то особую фразу. Она везде говорит, что не подходит, а именно с помощью книжки она говорит то, что нужно. Прикинь? О! А его несчастную утонувшую дочь звали... Игнес Олах... Олаф Йольхафсон Маркинсон. О, может, это имя мне нужно? Я его запишу. Это очень хорошо. Я до этого только что пробегал все левые могилки. Мне оставалась только та правая за сарайкой и вот ее три. Мне повезло. Как же тебе повезло. Пойдем, пойдем дальше. Пойдем дальше, заглянем в портал. А из портала будем двигаться уже непосредственно к этому восьминогу, осьминогу. Короче, мистеру Щупальцы. Во. Дальше мы побеждаем, заканчивается игра, Алексей спасен, все мы счастливы, все обнимаемся, целуемся и все. Так, подожди, где? Вот. Вот щупальца. Хорошо. Здорово! Хрень, просыпайся! Просыпайся, миссис Хрень. На, сестричка. Значит, ты несчастная душа. У тебя не было возможности стать взрослой. А у моего брата она еще есть. И я не дам тебе меня остановить. Прости. Игнес, Олаф, Йольхафсон, Маркинсон. Я все правильно произнесла? Ник. У меня больше челюсти, чем у нее. А, я все уничтожил, что ли? Удачи в следующей жизни, Игнес. Получается, я ее уничтожил. Озеро замерзло. Как трактор. Это очень повезло. Что там за фигня такая? Что там за пятно?
Нерабочее пятно, ладно. Везде главное пятна рабочие, а тут нерабочие. Водила. Ну пошли тогда сюда, в эту пещерку. А в этой пещерке есть еще одна пещерка, в которую мы спускаемся. Спускайся, подруга. Слезай. Надеюсь, теперь Нёки там точно нету. Не Нёки, а Игнес. Йопарасете Маркинсон Пардальсон Пардонти. Вот такое вот у нее имя было. Пожалуйста, не забывайте. Это четкое имя. Нужно произносить по буковке, по слогам, по звукам. Каждую малейшую частичку. Не мягкий знак, твердый знак. И е. Вот это вот все звуки нужно произносить, понимаешь? А теперь что? А что теперь? Бежать налево куда? У нас как бы выбора нету. Вода. Получится ли у меня повелевать таким количеством воды? Да. У тебя флейта есть волшебная, ну-ка. Арабские сказки. Ох, у меня даже пальцы чешутся поиграть. Вау. Работает как в туалете. Власть над водой. Это потрясающе. Что? Флейта стала холодной? Видимо, чары спали. Так разбуди их. Как я жестко рофлю, ребята, блин. Как же вам повезло с этим, с юмористом. Вам просто невероятно повезло с юмористом. С парнем, который шутит и стреляет шутками. Просто пау-пау-пау. Шутка за шуткой, шутка за шуткой, шутками шутка. Поднимайся. Там наверху должна быть фигня. Да, ой, волчья голова. Забирай. Да, наконец-то волчий посох. Есть. Ничего больше нету здесь. Ни пасхалки, ни намека, ни коллекции, ничего, да? Но мы очень мало собрали коллекции, вам скажу. Где-то мы все-таки большую половину просрали. Как? Я вот бегаю всю игру и нажимаю на F. Я просто бегаю, и у меня каждую секунду автоматически срабатывает буква F. Я не мог пропустить ничего. Просто физически не мог. Но игра говорит, ты пропустил. Как так? Как это работает, непонятно. О, камень. Засушенная лягушка. Плоская и хрустящая. Это будет отлично смотреться в дневнике. Рэп-гад. А ну-ка. Вау. Высохшая лягушка. Мне нравится. Мне очень нравится. А вам? Вот тебе нравится? Ставь лайк, если нравится такая лягушка. Ставь лайк, если ты бы собрал такую же лягушку и еще бы сверху нашел вторую лягушку. Ока. Чтобы показать Танюхе, что ты круче. У тебя есть больше... Едва успела. Только вы не говорите, что она вернется. Только вы не говорите, что это хрень. Она вернется. Ты уже Хильда спит. Хильда спит. А мы сейчас, наверное, вернем, да? Типа, на, Хильда. Yes. Yes. И больше не закрывайся. Так, а можно Хильде вернуть? А, все. Она просто взяла и холодную палку выбросила. Это гениально было. Это было сверхумно. Сверх круто. Такое я бы никогда не повторил. Я бы даже не смог об этом додуматься. У меня IQ всего лишь 200. А у Танюхи целых 20. У меня 200, а у Танюхи 20. Врубаешься, да? Чем меньше IQ, тем лучше. Заходи сюда, в портал. Танюха, прыгай в портал. Опа, молодец. Дальше мы из портала. Куда идем? Давай пойдем в горы. Потому что в горах у нас есть дырка. А для дырки у нас есть, собственно, посох. Вставляй. Открывайся, Сезам. Ну? Значит, если повернуть статую, статуя тоже поворачивается. Да, нам нужно повернуть так же головы, как там все расположено. Дальше. Угу. Волки должны с двух сторон на нас вычать. Типа, приветствуйте. Идет могучая Туве за не менее могучим Алексеем. Готово, да? Отлично. Ага, я так и знала. Ты пройдешь. Помнишь, как Гендель говорил? Только там было, ты не пройдешь, а тут пройдешь. Ты понял, это все. Ну, отсылки, ну не ругайся. Не надо меня ругаться, что я такой смешной. Подожди. А почему эта волчара выделяется из всех? Главное, все 5 волков молчат, а именно этот 6-й. А ну-ка. Ну
Я нажимаю. Он нажимается. И ничего больше не происходит. Интересно. Здорово, тролль. Еще тролль. И никто рядом с ним. Что же с ним случилось? Мне кажется, Танюха, он замерз. Ты не поверишь, но по-моему он замерз. Так, найдите всех окаменевших троллей. Вау, это я. Я мисс Находка. Я мисс Ищейка. Я мисс Даша, путешественница. Кажется, я почти на вершине. Как здесь красиво. Но кажется, здесь давно никто не бывал. Я слышу дыхание. Там что-то есть. Что-то большое. О-о-о. Я, собственно, вижу, что это, ребята. Отсылка к Spirit of the North. Я тебе серьезно говорю, это прямая отсылка к симулятору лисы. Один в один. Один, мать ее, в один. Есть что? Ничего вроде не моргает. А, не, вон рога моргают наверху. Давай в рог дунем. Еще один хранитель. Она такая красивая. Но на ней же... На ней та же плесень, что и у ее брата. Я должна помочь. А можно помочь ей, пока она спит? Так, я встретила волчицу. Она огромная. Наверное, это хранитель. Похоже, она спит очень долго. На ней что-то выросло. Нужно как-то ее разбудить. Ради Ларса. Надеюсь, она не голодная. Вот так вот сделает. Рок! Думаю, он подойдет. Правда, после этого приема... О, подъема. Я никак не отдышусь. Давай, Туве! Танюха! Терзай! Да. Что-то, наверное, засорилось. Не выходит! А что, если я не смогу ее разбудить? Я никогда не найду Лёшку! Нет, я должна постараться. Я так далеко зашла. Все должно получиться. Давай! Пожалуйста! Молодец. Подъем! Лиса! Волчара! Кошка! Привет! Меня зовут Хаунд. Она шевелится! Предательница! Подойди! Я выдену тебе все перья! Где она? Дитя, я тебя вижу! Где эта вероломная ворона? Здесь нет ворон, тут только я. Я ее выслежу. Я не могу пошевелиться. Что со мной происходит? Сейчас поднимусь и расскажу тебе поподробнее. Поподробнее. Пожалуйста, я Тоня. Кажется, ты больна. Почему человеческий детеныш считает, что знает, что со мной? Ты ничего... Ты что, ничего не чувствуешь? Она на твоей морде. Я думаю, это паразит-кошмарник. Чтобы такое мелкое порождение хаоса сразило Ятуна. Она поразила твоего брата-медведя. Ты видела Ятун Бьора? Это невозможно. Честно, у него тоже были такие видения. Что-то про семью, про боль, про утрату. Я помогла ему, и теперь смогу помочь тебе. Хорошо. Возможно, ты говоришь правду. Но если эта ворона подослала тебя ко мне, будь уверена, я успею проглотить тебя целиком вместе с перьями. Я попробую. Да будет так. Для человека ты очень отважна. Ну давай. Танюха-хирург пошла... Не, Танюха-дерматолог пошла выполнять свою профессиональную работу. Все, как у твоего брата. Я смогу его достать. У тебя снова будет видение? Ну, Танюха сейчас аппарат отправляется в сны, правильно? Но это мы уже на улице. Угу. О, нет! Похоже, это еще одно видение. Папаня, ты меня слышишь? Вот бы ты правда был здесь. Вот бы ты правда был здесь, папаня. Папаня. Он такой грустный. Ой, о нет, я знаю, что это за день. Все еще не могу поверить, что он выкинул мамины вещи. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь его простить. Почему я здесь? Возможно, тебе нужно его как-то простить. Даже несмотря на эту специальную веревку, я все равно боялась, что маленький Ларс туда свалится.
и сперла. Открыла такая, там была веревка все замотана, проход, чтобы Лешка не упал. Она взяла ее, сняла. Я боялась, что Лешка упадет. Уберу защиту. 200 IQ, повторяю. Надеюсь, это просто сон. Ничего. О! Где это я? Это колодец? Какой огромный. Эй, это я стала маленькой. Может, я смогу подняться наверх по ведру? И как мне теперь выбраться? Это что? Руки? Это цыгане! Йоу, это рэпер-цыган, смотри! Цыганский рэпер. У них мамин и медальон. А ну отдайте! Пальцы! Отдайте медальон быстро, рэперы! Ну-ка. А ну-ка. Это что такое? Кажется, это плавает. Ее расческа. Огромный карандаш. Для глаз. Может пригодиться. Так возьми. Только я хз. Куда ты его сунешь? Но походу должно что-то сработать. Это что за штуки? Надо выбраться из этого колодца. Поехали. Да что ты делаешь? Найс. Пора отчаливать. Опа. Плывем. Направо. О, нифига себе, плаваю! О, какой серфинг, ребята! Какой серфинг, ты глянь! Ну, поехали к фотографии. Мне кажется, вот эта вот хрень, типа лака для глаз, там, для ресниц, для губ, возможно, я хз, должна нам помочь как-то. Слезай, Танюха. Ой, какая милая фотка! А можешь поближе рассмотреть ее? Превьюха. Мой день рождения. Мама испекла мне торт принцесса. И мы завели стокера. Это был потрясающий день. Я была так счастлива. Как будто оказалась там снова. Я в самом деле здесь? Как? Мама все утро готовилась к празднику. А потом валился папа своим подарком. Он так широко улыбался. Я долго старалась не вспоминать это счастливое время. Но оно было счастливым. Это что такое? Я просто обожал эти бисквитные колечки. Холодильник. Мой день рождения. Раньше я его так ждала. А теперь что случилось? Почему ты сейчас его не ждешь? Что случилось-то? А ну-ка. Это что за пончик? Бисквитное колечко с глазури. В детстве я его так любила, это лакомство. Нет, ничего не подходит, прикинь. Я думал, может, что-то подойдет. Оказывается, нет. А ну-ка, возьми карандаш, пожалуйста. Может, карандашом нужно что-то написать? Соломка. А ну-ка. Кота верни! Ошейник стокера. Бубенчик давал малышам хоть какой-то шанс на побег. Фотик забери. Наш старый фотоаппарат. Вдруг он поможет мне сюда выбраться. Ага. Вопрос только нафига я спер ошейник и соломку. Все, подруга, ты вышла из сна. Вот что происходит. Давай заберем этот лак. Отлично. Ее любимый лак для ногтей. Гранат. Да вы гоните! Нафига я обратно вернулась? Что за бред? Опять? Что происходит? Это что, я там? Танюха, что делаешь? Я такая маленькая, совсем как Ларс. Что я делаю? Это что-то знакомое. Это коробка, снег. Но все было не так. Я помню совсем по-другому. Насколько по-другому? Что ты помнишь? Почему ты не хочешь мне рассказывать? Интересно, я смогу еще раз туда попасть? Ну смотри, Танюха. Я нажимаю на F. И кроме календаря того, ничего, собственно, не вижу. Мой день рождения, как раньше я его ожидала. Ага. 17 число. 17 число. Запомни, пожалуйста, 17. Мне 17 лет. Нет. Подожди. Мамин красный драг для ногтей. Она им воспользовалась по особым случаям. Ну, собственно, ладно. Давай пока оставим, скорее всего, все как есть. Хотя можешь попробовать поиграться. Можешь попробовать поиграться как-то, я хз. Ладно, оставлю все как есть. Все. Оставляю все как есть. Пожалуйста, меня не трогайте. Я поплыву. Берем карандаш, встаем на лодку и плывем. Куда пока плывем, я не знаю. Нужно побегать, позаниматься этим всем дерьмишком. Позаниматься всем дерьмишком. Туда, непосредственно к улому, я пока не могу плыть.
Не могу плыть, потому что нужно все вокруг залутать. Нужно все вокруг посмотреть, узнать, вспомнить. Наверху лежит кольцо. Наверху лежит кольцо, я прав? А ну-ка. А, не просыпайся! А! Хм, оно стучит по земле. Интересно, чего она хочет? Ну давай меняться. Кольцо, лопатку хочешь? Нет. Лак. Нет. Че не так-то? Давай соломку бумажную. Не, ошейник. Во. Нет. Ей нравится. Рука. Ты вроде бы рука такая здоровая, каменная, как у тролля. А ведешь себя как ребенок. Хорошо. Хорошо. Забирай колечко. Колечко, колечко. Это одно из маминых колец. Одно из, врубаешь? То есть мама-то у нас была в ажуре. Мама-то у нас была еще той знатной цацей. Королевской этой. Или, подожди, королевская львица. И как это правильно говорится? Ладно, светская львица. Вот так, о, светская львица. Это мы всей семьей ходили в поход. Это было папино любимое время года. Он даже сделал нам бутерброды с селедкой. Но я их не ела, только зефир. Я бы тоже так делал. Нафига есть селедку, когда есть зефир? Правильно же все делаю. Так. Папа-медведь, он такой счастливый. Я скучаю по твоему смеху и медвежьим объятиям. Это со стороны звучит очень мило. Папин рыболовный ящик. Надо ж, открыт. Видимо, он наводил там порядок. Это что такое? Столько разных фигурок. Я сделаю это из соломок. Подожди, ты забрала, что ли? А, у нас уже две соломки. Неплохо. А ну-ка. Такая маленькая, такая спокойная и счастливая. Наверняка хочу скорее ударить в лес. Погуляй. Меня было сложно усадить. Даже на секунду, чтобы сфотографироваться. Это наш последний поход. Ларс уже должен был вот-вот появиться на свет. Я найду его маму. И папу тоже найду. И тогда мы снова будем проводить время вместе. И Ларсу будет что вспомнить. Папин гребень. Он каждый день расчесывал бороду. Вот только она всегда пахла селедкой. Фу, пацаны. Кто не любит селедку, лайк, пожалуйста, плюс в чат. Давайте сделаем эту реакцию, типа, давайте сделаем обзор. Мы не любим селедку. По-моему, должно выглядеть и звучать намного круто, чем есть. А ну-ка. Садись, пожалуйста, Танюха. Танюха, подожди. Танюха, поплыли. Правда, у меня таймер уже горит. Нет, не плыви, говорит. Но я думаю, сейчас увижу значок сохранения, и тогда я закончу. Но на этот раз я 100% увижу значок сохранения, потому что в левеле, где мы были с пауком, это мне дало себе знать. О том, что я не сохранился, мне дало это знать. Мамин жемчуг. Она всегда была такой красивой. Наверное. Опять я тут? Я все-таки притащил этот ящик тупорылый. Я все время сюда возвращаюсь. Хм, что я тут делаю? О, сохранение прошло. Это очень хорошо. А тебе? Попрошу сделать мне хорошо вдвойне приятное. Ставь лайк, подпишись на канал, переходи по ссылкам, которые находятся в описании под видео. Мне будет еще приятнее. Даже приятно будет x3. Посмотрел. Ящик. Лайки, подписки. Всего тебе хорошего. Пока.